Меня зовут Игорь, я студент 4 курса, я начинающий строитель бизнеса. Я Кристина, учусь на факультете журналистики и увожу на рынок сверхлегкий велосипед. Меня зовут Влад, я студент, но уже технологический предприниматель. Меня зовут Элина, я продвигаю стартап клиентам из Марокко и Эмиратов. И все это из Москвы, точнее из Троицка. Стартап-диплом – это единственная в России предпринимательская практика для студентов. Программа позволяет попробовать себя в роли предпринимателя с минимальными рисками. Бизнес-гипотезу проверяет сам Техноспарк, а на нас уже ложится сложная задача – это конструировать компанию, произвести продукт и успешно его продать. Особых технологических знаний не нужно. Стартап-диплом – это не про то, это про бизнес. Эти же знания ты получаешь именно здесь, на самой практике. Тут реальная экономика, переговоры с крупными заказчиками, в общем, все по-взрослому. Мой стартап занимается разработкой сверхлегкого велосипеда из композитных составляющих – это карбона и титана, печать на 3D-принтере. Я работаю в компании Ten Engineering. Это компания, которая разрабатывает технологические продукты, роботы, 3D-принтеры и так далее. Я работаю в компании NRO. И моя компания занимается производством и продажей систем хранения энергии. Вот мой продукт. Занимаемся раскладной телескопической мачтой для съемки спортивных видеомероприятий. Мы живем в Троицке, учимся по индивидуальным программам, а еще я пишу диплом. В целом это сложно, но при этом мне это нравится. Я занимаюсь любимым для себя делом, и я просто кайфую с этого, и все. Как рыба в воде, как говорится, готова ночевать в офисе. На самом деле университет в нас неплохо так проинвестировал. Теперь придется постараться, чтобы стать настоящими предпринимателями. Зарплату нам платит Техноспарк. Официально мы здесь трудоустроены, в трудовой книжке, все как надо. Тут крутая атмосфера. Тут ты избавляешься от иллюзии о предпринимательстве. Просто лучше опыта нет, кроме как на этой стажировке, я считаю. Я планирую делать свое дело, свой бизнес, и теперь я уже знаю, как это делается, я научился. Это того стоит однозначно. Это один из лучших этапов моей жизни. Да, это мое. Да, я хочу продолжать. Это настоящая экономика. Это настоящий бизнес, это новый уровень, это взрослая жизнь.